Привет, это вот вместо оценок. Наконец-то мы разобрались с проблемой коробки на Шкоде Октавия 8. Проблема возникает на различных пробегах на автоматических и роботизированных коробках. Практически все владельцы рано или поздно с ней, как сказать, познакомятся с этой проблемой. Я начал судиться заранее, кинул клич в группах, но никто не хочет давать информацию или не владеет. Вся та информация, которая есть на драйве, мне писали там открыть, как сказать, верхний. Как это называется, не знаю, прокладку, не прокладку, верхнюю крышку селектора и побить там по магниту, все это порнуха, короче, это, как говорится, по пизде ладошка. Наконец-то нам удалось связаться с нормальными людьми, которые просто-напросто предоставили мне ту программу, по которой работает дилер, где все расписано, что да как. Как они сказали, 12 листов текста, 10 минут работы и веселый смайлик. Я, естественно, людей отблагодарил. И обращался к разным, как сказать, не то что блогерам, к разным людям, которые продают свои, как сказать, услуги по Volkswagen, по Шкоде, по Вагу, оказывают услуги всякие диагностики электронные. Вот в Питер одному писал. Я написал ему, я говорю, предоставь мне информацию, я могу раскрутить твой канал, твою эту торговлю. Он продает эти прошивки, там всякие скрытые функции по новым Шкодам. Но, как говорится, все они скупы, жадны и жлобы. Нормальные люди живут в Башкирии. Совершенно бесплатно они предоставили, я их отблагодарил, и я вам все расскажу, да. Все покажу. Ну, для начала покажу просто последний лист с расходниками. Тема оказалась проще, чем казалось. Я до этого вел разговор с нашими электронщиками, которые сказали, если кто-то что-то спаял, мы это сможем перепаять. Говорит, представь нам селектор передач. Но ничего не нужно. Всю работу я смогу сделать сам. Просто нужны определенные расходники иноземные. И сходить в магазин хостовара ближайший. И все, проблемы нету. Там люди, которые уже наблатыкались, говорят, 10 минут работы и все. Как мне писал один человек, он не поехал к дилеру. Ну, можно ехать к дилеру. У дилера сделать все легко и просто. Там проблем нету. Я уже сейчас заказал часть расходников немецких. И все в свободном доступе. 14 часа придет партия, я вам потом покажу, что я купил. Я пока уже нам показал листик, последний лист из 12 листов, где написаны расходы материала, но их пока замазал, потому что все узнаете, смотря канал Стасен. Халява, ребята, только у нас на просмотрах канала Стасен, теперь это будет Яндекс.Дзен. На Ютубе это, наверное, не появится, потому что, ну, знаете, Ютуб, он какие-то все жлобные, жадные, наглые. Почему-то это Шкода Питер, который рекламирует там какого-то там дилера, в Питер, до сих пор про это не рассказал. Там делов такая, ерунда вообще. Любой человек может более-менее с некривыми руками все это сможет сделать сам. Это же ваш краснодарский механик. Почему до сих пор все это не показал? Почему? Потому что они жлобы. Им нужно просто, чтобы их смотрели, им платили за какую-то рекламу. А Стасен — это простой человек из народа, который понимает, что рано или поздно, возможно, у него тоже будут эти нюансы, и он решил суетнуться, и теперь я вообще не паникую. Я не говорю, что не нужно ездить к дилеру. Если вы хотите ездить к дилеру, ездите к дилеру. Не мой базар, есть хорошие дилеры, да, вот. Дают людям информацию. Не боятся, говорят, на год, братан, тебе просто вот от доброты душевной, хоть тебе материал прислали. И потом копеечку скинул человеку, чтобы, ну как, человек отблагодарил. Он говорит, все, спасибо, окей, нормально. Короче, придет жидкость. Ой, проболтался. Я вам покажу, что куда мазать. И что как делать? Есть определенная методика, там еще прикиньте, клей нужен. Так что все эти темы, что я вам тоже рассказываю, показываю там расходники, типа что-то пилили, ничего не перепаивается, ребята, ничего не пилится. Менять селектор уже не нужно. Все это прошлый век. С проблемой разобрались, говорит, после такого ремонта еще ни одна машина не возвращалась. Говорит. Так что еще раз спасибо этим людям, которые просто нормальные люди и помогают людям в их проблемах. Судьба сама их вознаградит за добро добром. Так что, вообще, с вас лайк, подписка и смотрите канал Стасен. Скоро, да как и всегда, лишь одна полезная, грамотная информация на нашем канале. И главное, правильная, проверенная. С вас, короче, лайк, подписка. И увидимся все в Яндекс.Дзен Стасен. Да-да, Стасен. Да, знаете, с этим, как сказать, с акцентом Стасен. Ладно, пацаны, до свидания.